Друзья, делимся мнением в комментариях и переходите в описание. Там будет ссылка на нашу инструкцию по употреблению гриба. Итак, в этом ролике мы будем рассматривать приготовление отвара или чая из цельномолотого пантерного гриба. Перемалываем его на кофемолке. И вот эту порошковую смесь используем обычную чайную ложку, чтобы выверить около 0,5 грамм вес микродозинга. И перемещаем ее в емкость в любой стакан. Заливаем это небольшим количеством воды. Температура воды должна быть приблизительно градусов 80. Накрываем стрейчем и даем настояться 20 минут. Все вещества переходят в жидкое состояние. И также вы получаете в комплект вот такую сеточку, если будете приобретать у меня гриб. Она очень мелкой дисперсии, синтетическая хорошая сетка, долговечная. И вот края сразу можно ей подпалить. Обычно я подпаливаю многим, чтобы она не расползалась, и потом ее можно вот так одеть на стаканчик, приблизительно его закрепив резиночкой из-под волос. Размешаем состав наш и переливаем еще раз, убедившись в том, что песок осел на дно стакана. То есть сетка работает таким образом, что все частицы она фильтрует, и вы получаете чистый продукт. Поэтому после того, как мы снимаем эту сетку, она, кстати, очень легко может, через нее можно выжиматься, она держит очень сильные усилия. То есть когда мы выжимаем обычную тряпку одноразовую, она может рваться через какое-то время, и эта сетка держит очень хорошо. То есть мы вот так вот ее посильнее выжимаем и сразу же ее ополаскиваем, она очень легко моется. То есть это мне еще съемка камеры мешала сделать это гораздо быстрее. Но в целом, как тут понятен процесс, она не застревает в ней волокна и очень легко ее мыть. Вот, дальше берем лимон и используем сок лимона, чтобы сделать наш отвар более вкусным, кисленьким. Вот многие соль добавляют, но соль вредна, и поэтому я рекомендую лимон. Мы получили чистый отвар или чай. Можно использовать чайные пакетики. Обязательно используем микродозинг, то есть это красный мухомор 1-2 грамма, пантерный 0,5. Также у нас есть в капсулах. И смотрите другие видео на нашем канале и оставайтесь с нами. Всем удачи!